Это смысл жизни, так надо жить. И заниматься можно физкультурой, а спортом надо жить. В профессионалах я стал выступать после армии, вот уже придя в клуб Александр Невский в ОМК. И тренера посмотрели и их решили, что пора бы уже. Мой соперник из Украины, он молодой боец, мастер спорта по ушу. Санда, предпочитает бой стойким, много чего может, верткий человек. Бой получится интересным, красивым, я на это надеюсь. Выйти, победить, попытаться победить. Я настроен на это всегда в каждом бою. Турнир освобождения, это так как проходит в Белгородской области, в Белгороде. Ну, и я как бы выступаю за Белгородскую область. Не хотелось бы ударить грязь лицом и клуб не подвести, и жителей Белгородской области, всех присутствующих там на боях.